11 декабря 2023 год, Москва, Совет Федерации. Приветствую всех, друзья. Завтра, 12 декабря 2023 года, исполняется ровно 30 лет колониальной конституции, по которой народ грабят уже. Россия платит дань по миллиарду долларов в день через механизм Центрального банка и так далее. Пора уже ЦБ вернуть в Госбанк и изменить колониальные статьи Конституции. Мы всегда об этом говорим. Конечно же, отменить, о чем говорит Александр Иванович Бастрыкин, глава Следственного комитета, это приоритет международного права над законами в России. Этого не должно быть. Дальше, прописать государственную идеологию. Опять об этом говорит Александр Иванович. То есть 30 лет, народ, ну вы проснитесь, вы сколько будете смотреть вот на этот беспредел и не понимаете, что происходит. Пятая колонна в СМИ, они все преподносят, ставят с ног на голову. Говорят такими намеками, что вот типа виноват президент Путин. Это все ложь. Вы, как источник власти, народ, вы должны проявить свою волю, проявить и заявить о том, что мы не согласны жить по этой колониальной конституции. Требуйте референдум, вступайте в ряды НОД. Родина, свобода, Путин.